Привет, друзья, с вами снова Инфобиз Контроль, и сегодня у нас на обзоре курс, который называется «Путешествуй и зарабатывай». О, с третьего дубля начало положено. Ну, ладно, погнали. «Путешествуй и зарабатывай» курс, который сейчас находится в топах Глобпарт, он прям там супер-пупер продается уже некоторое время. А многие меня просили сделать на него обзор. Ну и вот, собственно, получайте. Скачать вы его можете по ссылочке в описании, конечно же, как обычно, но советую вам задержаться на просмотре этого видеоролика, просто посмотреть, в чем суть этого курса, что тут нам предлагают делать, ну и вообще, стоит ли его скачивать даже бесплатно. Ну а перед самим обзором я вам напоминаю, что у меня есть еще канал, который называется «Легкие деньги. Простые методы заработка в интернете». Здесь каждый день практически выходит по видеоролику, бывает по два, даже часто, различные методы заработка с вложениями, без вложений, в общем, разные такие интересные методики. Ссылочка на него в описании, обязательно переходите и изучайте. Также еще вам скажу такой маленький анонс, я его еще нигде не говорил. Я скоро запускаю новый канал, на самом деле он уже есть, он даже вот здесь в каналах рекомендую есть. Там будет у нас канал по заработку криптовалют, там в основном будут заработки именно криптовалют без вложений абсолютно. Поэтому переходите вот по ссылке в описании на вот этот вот канал, подписывайтесь на него. Ну а собственно, второй канал, можете сразу на него подписаться, но я его потом буду анонсировать вот на этом канале. В общем, все ссылочки в описании, переходите, обязательно подписывайтесь. Итак, погнали теперь к нашему курсу. Так, тут даже у нас какой-то номер телефона есть вверху, интересно, я по нему, конечно, не звонил, ну собственно и не хочется звонить. Хочешь путешествовать за счет туроператоров и зарабатывать от 10 тысяч рублей в день без вложений, без рисков, без навыков. И здесь видеоролик. Видеоролик я вам показывать, конечно же, не буду, чтобы меня еще там за нарушение авторских прав не забанили. Но в видеоролике, в принципе, сказано вот это вот все, что вот здесь вот написано в нескольких словах. В чем же суть? Создаем партнерский кабинет на IT-сервисе, включающий 130 топовых операторов. Получаем доступ к всем горячим турам во всех топовых турагентствах. Настраиваем автоматическое продвижение. Получаем 50% от выручки туроператоров и баллы, которые тратим на свои собственные путешествия. Так, курс «Путешествуй и зарабатывай». Типа, как будто цена у него 2900, ну, конечно же, по акции 960 рублей. Конечно же, за 2900 никто его никогда не продавал и продавать не будет, и не продаст. Но это такой обычный глобпартовский, ну не глобпартовский, а инфобизовский прием. Осталось по акции 2 штуки, а продано всего 40 штук. Это тоже, конечно же, вранье, там продано уже целый вагон этих курсов. Ну и в общем понятно, что это все замануха и ничего с реальностью общего не имеет. Мы на 200% уверен, то есть здесь гарантия возврата денег, налепили аж 3 штуки. Вот эта именно картинка с этой гарантией, это прям такое начало 2000-х. Ну, довольно часто их лепят именно, я имею в виду вот эти вот картинки. Так, вопросы пользователей. Ну, понятно же, здесь такие тупейшие вопросы, которые никто никогда не задает про нас. Здесь, конечно же, вечно правдивые видеоотзывы. Понятно. Первые из первых. Так, ну, это вообще супер отзывы. Далее, что у нас здесь? Оставить отзыв, который никогда не появится на этой странице. Нас рекомендуют. Так, кто их рекомендуют, а рекомендуют их лохотронщики разных мастей: стоп-обман, без лохотрона, ревизор и проверка курса, все с одного котла. Так, кому подходит данный курс? Опять три варианта, не упустите шанс, опять замануха, что вы получите, пошаговую инструкцию. Ну вообще абсолютно шаблонный продажник, ничего здесь нового нет. Наши партнеры, конечно же, это никакие не партнеры. Если написать в любую из этих компаний, они увидят сайт и скажут: окститесь, мы ни с какими курсами не работаем. Ладно, с этим все понятно. Автора вообще нигде не видно, непонятно, кто он такой. Так, это хорошо. Но на самом деле курс создан каким-то глобпартовским очередным автором, который, скорее всего, уже на Глобпарте продал 1 100 500 различных курсов, и это очередной из курсов, на котором он косит
баблишко в ближайшие пару-тройку месяцев, пока не создаст новый курс. Ну ладно, погнали, посмотрим на сам курс. Итак, друзья, вот так вот выглядит сам курс. То есть у нас есть здесь чек-лист. Собственно, этот чек-лист вы можете сразу же увидеть в первом уроке. И там нам автор рассказывает, в чем суть заработка. Узнаем суть заработка. Так, второе, создание личного кабинета. То есть есть определенный сайт, в котором нам нужно создать личный кабинет. Вот он нам в определенном там уроке рассказывает, как этот личный кабинет создать, как получить партнерку, ну и все такое. То есть мы можем там потом брать различные туры, получать на них ссылки партнерские. Если по нашим ссылкам кто-то перейдет и купит тур там за 100 тысяч, допустим, комиссия этого сервиса составляет, допустим, там 20 тысяч, и 10 тысяч платят вам за то, что вы привели клиента. Вот, в общем-то, суть заработка. Но для того, чтобы искать клиентов, нужно нам, вот написано, создание аккаунта в Instagram. Потом создание интернет-магазина в этом же Инстаграме, да, чтобы люди, когда переходят, чтобы они могли, ну, переходить там по ссылкам, приобретать эти путевки. Поиск целевой аудитории, то есть это вот урок, благодаря которому вы найдете этих людей, да, и также продвижение магазина Instagram. Но это тоже урок, относится к поиску целевой аудитории. Ну и увеличение продаж, создание YouTube канала. Теперь давайте пробежимся по этим урокам. Собственно, вот, ну, смотреть первым, это я вам вот сейчас в двух словах рассказал то, что вы увидите в этом ролике. Потом нам дается информация о том, как зарегистрироваться на этом сервисе, да, где эти партнерки туров, которые нам, собственно, и нужно продавать. Потом там создание Инстаграма, да, вот это вот все дела. Самый важный, конечно же, урок, это урок вот про поиск целевой аудитории, продвижение магазина. На самом деле все эти глопартовские курсы, они настолько одинаковые, да, то есть нам дают какую-то партнерку и предлагают ее распространять. Это практически, наверное, 99% курсов на Глопарте рассказывают о этом. А это мы все прекрасно и без сопливых авторов знаем. И в каждом вот в таком курсе первым делом я ищу урок, в котором нам показывают, где же искать этих клиентов, где же нам брать трафик. И основная масса дают какие-то дебильные советы, уроки, которые вообще нифига не работают. Здесь же нам предлагают продвигать свой Инстаграм через пару сайтов. Один из сайтов — это Paper, вот он, онлайн парсер для ВКонтакте, который собирает целевую аудиторию. То есть мы можем зарядить сюда различные группы, в которых люди интересуются различными турами, да, ну и все в этом роде. Здесь этот Paper, или как он называется, он все это делает. Смотрите, здесь есть различные тарифы, да, вот как мы видим. И нам говорится на главной странице, ну не на этой главной странице, а на продажнике курса, нам говорили, что мы можем зарабатывать без вложений. В принципе, вроде бы как да, но на самом деле нет. Это всегда, это очень, кстати, классная лазейка для вот этих вот авторов глопартовских, что на вот таких вот сервисах всегда есть такая триал-версия, которая там 3 дня длится там или неделю. И они говорят, вы можете начать без вложений, вот вы сейчас здесь запуститесь, заработаете денег, а потом за счет этих денег вы будете уже оплачивать, вот допустим, этот парсер там за 690 рублей или за 1490, да, вот и вот. На самом деле, обычно за первые там 3-4 дня, неделю, ни у кого ничего не получается, даже если курс рабочий и который действительно дает какую-то возможность заработать, нужно просто эти дни только изучать, что-то пробовать, да, вот такое. Но то, что, конечно, есть какой-то определенный период без вложений, это, конечно, все равно хорошо в любом случае. То есть здесь мы парсим ВКонтакте людей, которые интересуются туристическими поездками там за границу, в Турцию, на Филиппины, в Таиланд и куда угодно, в принципе. Далее нам дают вот этот вот сайт, который называется Telegram.
Здесь тоже есть, как видите, вот попробовать 3 дня бесплатно. Этот сайт занимается тем, что вы можете сюда подключить свой аккаунт, и он будет вашим аккаунтом, подписываться на других людей, на вашу целевую аудиторию. Смотрите, там с помощью того сервиса, который я вам только что о нем рассказывал, там можно напарсить людей, и потом у этих людей, у которых есть на их страницах ВКонтакте, есть прописанный Инстаграм, мы потом эти Инстаграмы собираем, а потом только вот с помощью Телеграма мы берем свой уже созданный, да, вот этот Инстаграм, и он, этот Инстаграм, ходит по этим людям и подписывается к ним. Ну, можно там настроить, чтобы он подписывался, еще и лайкал. И тем самым это получается очень старая тема. Раньше глопартовские авторы ее пихали и ВКонтакте, и в Одноклассниках, что типа нужно ходить по другим аккаунтам, их лайкать. Им будет интересно, кто же это лайкнул. И они будут заходить на вашу страницу, видеть информацию и покупать там что-то, то-то. И здесь вот примерно та же ситуация. То есть ваш аккаунт ходит по другим, их лайкает, там что-то еще делает, и людям и как бы интересно, они переходят на ваш аккаунт, видят, что там туры, а им эти туры интересны, правильно? И они, конечно же, берут, переходят и покупают у вас тур за 100-500 миллионов, и вы получаете там комиссии, и все в этом роде. Насколько это работает? Да хрен его знает, насколько это работает. Я знаю, что масс-лайкинг никогда прям супер-пупер не работал. То, что вы себе, допустим, можете таким образом набрать в Инстаграм какое-то количество подписчиков, да, я знаю, я даже сам этим пользовался. И, в принципе, в какой-то степени это работает. Но, опять же, это не будет за 3 дня, которые вот здесь дается триал-версия. То есть это нужно собирать много-много тысяч разных аккаунтов и делать несколько аккаунтов в Инстаграме, и все это затаривать, и все это делать массово. То есть за вот эти тестовые периоды вы можете просто попробовать. Скорее всего, вы вообще ничего не заработаете вот за эти 3 дня. Но вы можете попробовать, как это вообще работает. А потом уже придется вкладывать денежки. Смотрите, для одного аккаунта это 500 рублей в месяц. А уже там какая-то неограниченная или что это? Ну вот я вижу здесь управление с телефона, не требует установки, полная автоматизация, подходит как для профессионалов, так и для новичков. 499 рублей в месяц. А здесь у нас что, для работы требуется компьютер, нет ограничений по количеству аккаунтов. Вот. Здесь уже стоит 1200 в месяц, нет ограничений. Вот здесь, когда заряжать там много аккаунтов, делать эти всякие магазины, оформлять их, это все очень-очень долго, конечно же. Нужно тщательно к этому подойти и потом пользоваться вот этой вот программой. Еще один интересный момент. Вот этот автор все так чудесно рассказывает, но он делает то, что и делают другие вот эти вот лохотронщики из Глопарта. Он ничего не показывает на своем примере. Вернее как, он показывает в кабинетах, там, давайте сделаем то-то, давайте сделаем то-то, но он не показывает свой кабинет. Он говорит, вот вы здесь зарегистрируйтесь на сайте, на Телеграме, да, вот личный кабинет там заведите, все такое, и начинаете вот работать. И потом говорит, ну, это вы для начала, вам этого хватит, а у меня вообще-то есть вот эта вот программа, Telegram Pro. Вот, у меня есть эта программа, и я через нее работаю. Если у тебя есть эта программа, так ты покажи ее. И покажи, сколько ты там рассылок делаешь, какой ты профессионал и все в этом роде. Покажи на своем примере, и человек может вдохновиться, и он даже не захочет брать эту триал-версию на 3 дня, или даже ее возьмет, но он потом возьмет себе вот этот за 1200 и начнет работать и работать и работать, зарабатывать столько же много денег, как и ты. Но он этого не показывает. Я вам скажу, почему он этого не показывает. Потому что нет у него никакого вот этого Телеграма за 1200 рублей, потому что он этим методом не зарабатывает, как и все авторы с Глопарта, в принципе. Вот. Он зарабатывает на том, что он продает вам этот курс. Вот, в принципе, и все. Это как-то так. Сразу говорю, что я не осуждаю этих людей, авторов. Каждый зарабатывает
как может, ради бога. Просто я говорю так, как оно есть. Так что если там у кого-то начнутся предъявы, то не надо мне предъявлять. Я вас прекрасно понимаю, и зарабатывайте дальше. Но вот как оно есть, так есть. Друзья, вот в общем-то то, что я хотел сказать. Я сказал, это, конечно же, сугубо мое мнение. Каждый может просто сказать, ты что, ты несешь, это вообще работает, и можно заработать 100-500 миллионов. Возможно и можно, это вообще на самом деле не так важно. Я просто высказал свое мнение. Вы можете этот курс скачать бесплатно. Я в любом случае думаю, что денег он никаких не стоит, потому что все, что здесь сказано, это все из общего доступа. Обычная тема, работа с партнеркой. Вот, как-то так. Авторы Глопарта уже гоняют эти темы с партнерками одни и те же, мусолят, гоняют одно и то же уже несколько лет. Вот сколько Глопарт работает, столько и они продают вот подобные продукты. То есть через время еще что-то появится, где будут рассказывать про какую-то другую партнерку и будут тоже пихать там Инстаграм, Телеграм или что-то еще. На самом деле практически за последние там несколько лет ничего не изменилось. Есть какая-то кучка авторов, которые штампуют себе аккаунты в Глопарте, каждый раз придумывая себе новые имена, при этом называя себя там какими-то продвинутыми чуваками. И просто люди, ну, люди на этом зарабатывают, люди на этом живут. Они уже умеют довольно неплохо рекламировать свои эти курсы через вот этих же всяких там жуков, стоп-обманов, вот, ну, в общем, через вот этих вот клоунов. У них уже давно все налажено, у них налажена тема с вот этими видеоотзывами. Они покупаются элементарно, есть места, где их можно купить за копейки, этих мест, ну, немало, так сказать. Вот такой вот интересный курс, друзья, ссылка на него в описании, переходите, скачивайте. Сейчас вы сможете этот курс скачать как с моего телеграма, если вы там подписаны, переходите просто по ссылке и скачиваете. Да, также можно скачать и с моего сайта, там все очень просто, нажмете на кнопочку, там у вас сейчас будет такая тема, что выскочит такое окошко, где нужно будет просто нажать подтвердить, там разрешить или что-то такое, и все, и нажимаете, и сразу вас перекидывает на облако, где вы можете скачать этот чудесный курс. Также не забудьте подписаться на мой вот этот вот канал, который уже давно работает, здесь очень много разных способов заработка, и можете заодно и вот этот подписаться новый. Там сейчас всего лишь 2 видеоролика, они пока что там супер полезной информации не несут, но тоже можете посмотреть. Ну и не забудьте поставить лайк этому видеоролику, еще очень попрошу оставить какой-нибудь комментарий, также сделать репост под видеороликом, есть такая кнопочка поделиться, сделать репост, это просто, так сказать, такая небольшая будет благодарность и фидбэк от вас о том, что вам нужны такие сливы. В общем, на этом все, друзья, зарабатывайте много и честно, всем удачи и пока.